Итак, настало время поменять рюкзак. У меня был этот рюкзачок, который справа. Я покупал в Москве еще его в шоуруме где-то на, по-моему, Преображенской площади. Магазин тогда там такой был классный, Русультрас. Не знаю, сейчас он есть или нет. Вот, этот все, у меня уже, я уже молнию ему зашивал здесь. Она уже вот разошлась, я вот здесь все это прошил. Здесь просто зашито, а здесь такой доступ, туннель в отсек. Сам по себе рюкзак, конечно, классный, но уже и молния стала вот эта большая расходиться. Тоже опасно. Могла быть возникнуть ситуация, что я бы его просто не расстегнул. Ну, есть карманчик такой был внутри. По бокам вот здесь карманы застегивающиеся. Здесь он вообще уже весь протерся. Вон, здесь все уже. Эту мягенькая прокладочка уже все пошла уже. И тут внизу стали уже дыры появляться. Того гляди, что-нибудь вывалится. Ну, в общем, замена назрела. Замена назрела. И вот я сегодня сплав ходил, купил такой вот рюкзак. Называется он Вердон. Серый меланж. 3890 Вердон. Ну, 20 литров он объемом. Дюрафлекс. Вся фигня. Серый меланж. Полиэстер. Сплав. Люблю сплав. Ну, почему-то по карте у них скидки нету. Хотя у меня карта есть плавовская, скидки никакой не дается. Мне понравилось вот здесь. Вот у него карман есть такой для документов. Оперативный. Раз. Если куда-нибудь едешь, чтобы паспорт там, билеты какие-нибудь достать. Чик сюда положил. Хорошо. Ну, здесь молния. Здесь карман такой боковой, наружный. Лямки такие вот. Ну, лямки хлипкие, конечно. Я постараюсь не прыгать с высоты, чтобы они не оторвались. Потому что лямки хлипковатые, конечно. Он такой урбан рюкзак городского типа. Городского так расстегивается. Здесь, кстати, прикрывает под дождя вот эта вот прошивка такая. Молния закрывает, чтобы туда не затекал. Ну, сильный дождь, конечно же, не поможет. Нет дождя, он там уже понакупил всего. Всякой ерундистики. Внутри вот карманчики есть. Внутри тоже можно что-то положить вот здесь на молнии. Ну, такой нормальный рюкзак, в принципе. Вот тут такой клапан какой-то внутри. Вот клапан есть, закрывающийся туда. Типа для ноутбука. Сюда можно что-то положить. Вон туда, вон. Топыривается. Карман. Нормально, в принципе. Сейчас. О, подсветка даже есть у него. Вот такой вот здесь он застегивается. На липучке. Вот да, сюда можно ноутбук засунуть. Маленький, который я хочу себе купить. А вот здесь всякие карманы. Ну, в принципе, по объему такой же. На скидку такой же по объему, как этот, который был. Вот они. Два, похоже. Так что я думаю, замена вышла хорошая.